Всем большой привет! Давайте начнем новый влог с покупок. Покупки будут с Валберис. И, кажется, все. Только с Валберис. Одно из самых интересных. Мы заказали еще одну емкость для сыпучих продуктов 750 мл. Очень нравится и форма, и объем. По информации, ручное мытье. Ну, 750 миллилитров — это, наверное, самая главная информация. Банка выглядит вот так. Это стекло, внизу квадрат ровненький, сверху круг поуже, и выглядят они очень симпатично. У нас навесная будет полочка скоро, муж выпилит, и будет эта баночка номер 4. Первые три баночки выглядят у нас вот так. И еще одна кофе. Вот так. Это нужна тоже банка под турецкий кофе. Вот, они вот так будут все вместе смотреться на полочке. Далее, может быть, не очень интересная, но очень увлекательная. Вот такая колбочка с магнитиками. Эти магниты нужны мужу, чтобы, ну, двери примагничивались, не открывались. Дверки мебельные немножко маловаты, но они такие сильные, эти магниты. Вот прям реально... Сейчас, опа. Прям на расстоянии летает. Вот. Еле отрываешь. Смотрите, как. И колбочка такая милашная. Так, что же еще? Семена. Вот эти семена я брала себе. Так, спрессовано. Тут килограмм. Это семена льна. И прессовка просто вот камень, как камень. Вот по информации, ну, то, что тут килограмм, я уже сказала, можно и замачивать на ночь, потом добавлять, можно проращивать, в общем, все что хотите. И у меня оказался на руках часть заказа тоже, только не мои, а Катюшкины. Я забирала просто. У нее будет 5 разных видов семян. Это черный тмин. И вы знаете, семена они заказывали от 100 рублей до 400. И вот которые 100-150 рублей, вот приходят вот так. Черный тмин. И смотрите, тут в подарок на пробу положили кориандр. Очень приятно. А вот за 400 рублей... Порвался пакетик, просыпалось, но я все равно решила взять, потому что вот этот пакет верхний герметичный, то есть никуда не просыпается. Но в любом случае за 400 рублей порвался и вот просыпался. Это не очень хорошо. И у нас тут, сейчас я вам покажу, что. Вот, базилик, 100 грамм базилика. Ну, в общем, вот в таком состоянии. Катюшке я написала, говорит, не против она. Ну, ладно, что уж делать, ничего страшного. Вот. Но еще едут. Что-то уже приехало, лежит, ждет. Ну, а что-то еще у них едет. Сегодня отдам. И приехал ко мне органайзер. Второй. Мы с вами перебирали помады. Искали помады, бальзамы, чтобы во второй органайзер все сложить. В первом органайзере тоже был в подарок спонж, только беленький такой. Пухляш, а в этот розовенький положили. Очень приятный подарок. Ну и сейчас открою органайзер, достану. Пока не открывала, хотела вам показать. Приходит вот так упаковано. Но сейчас достану. Точно такой же, как и предыдущий. Забирал сын. Смотрел, чтобы все было целенькое, не разбитое. Ну, все вроде так и есть. И внутри выглядит он вот так. Литой, ну как бы цельный. Вставка не убирается, она идет прямо цельная.
Так что мы сейчас с вами сюда поставим помадки, которые отобрали в роликах, и, конечно же, поставим его на комод, посмотрим, как это будет выглядеть. Пошли. Так, пришли мы с вами к комоду. Привет, это там я. Вот они, помадки, которые мы выбрали. Органайзер для них. И давайте составлять. Это так интересно. Сначала толстячков можно поставить. Вот они самые толстенькие. Так, а может быть, о, здесь ей прям хорошо. Инфлюенс тоже толстушечка. Ну, остальные стандартные. Можно повыше помадки назад брать. Так, какая тут еще повыше? Этот Стеллари. Катрис. Берси. Еще одна Стеллари, Тинт. И так, смотрите, какая красота. Все уместились. И торжественно. Ставим рядом. Мне нравится. Все ровненько. Смотрите, вот так выглядит все вместе. По-моему, очень симпатично, правда? Я очень рада. Класс. Следующий сюжет видео – это будет кусочек радости. Марина, огромное спасибо. Марина мне прислала снова подарки через Валберис. Без вариантов, просто мне приходит QR-код Игоцвета, иди уже получай. Давайте я вот прямо в одну минутку хочу уложиться. У меня последнее время очень много предложений. Девочки мне хотят сделать приятное, подписчики. Может быть, зная ситуацию на YouTube, может быть, еще ну, по личным причинам благодарные зрители. Мне пишут в личку, что Света, дай адрес пункта выдачи, мы тебе хотим сделать подарки. Девочки, я отказываюсь не потому, что мне не нужны ваши подарки. Я отказываюсь, потому что вас много. Мне, во-первых, неловко. Я каждому пишу, что ну, это, во-первых, неловко. Во-вторых, вас много. Я действительно не могу. И девочки, которые мне присылают, я их тоже остановить не могу. Они могут признаться и сказать честно, что да, Света говорит, что не надо, больше не надо, много уже подарков и неловко. Но в любом случае приятно. Приятно так, что это щедрость, которую ну, очень трудно переоценить. Это очень здорово. Ну, пожалуйста, не обижайтесь. Были моменты, когда меня блокировали, обижались сильно. Девочки, пожалуйста, не обижайтесь. Стойки все равно прорываются. Говорят, Света, уже все собрали, уже все заказали, давай уже адрес, все. Ну, тут я уже безоружна, конечно. Но, пожалуйста, обращаюсь к тем, кто обижается. Не обижайтесь, дорогие. Я вас очень люблю, я очень ценю каждую вашу вот такую щедрую душу, это, ну, очень приятно на самом деле. Ну, возвращаемся к Марине, которую вообще ничто не может остановить. Даже если я на танках пойду на нее. Она сказала мне, что Света бесполезна. Если я решила, я все равно тебе отправлю. Что же ко мне приехало? Вот такое вот длиннючее для меня вступление оказалось. Посмотрите, какая ко мне милота приехала. Ну, как отказаться? На ручки он, видите ли, хочет. Ну, тут же Люся. Особенно вот талия. Ну, копия Люсенька. Вот такая сумка-шопер, Марина. Ну, спасибо, конечно же, спасибо. Тут прям не откажешься. Марина уже присылала сумку-шопер. Помните, с Люсей, которая выглядывает здесь своим любопытным носиком и глазками. Ну, сейчас вот такая, мне кажется, это Pushing Cat, да?
милашная, конечно, кошечка. Шоперы я люблю. Я постоянно в сумках у меня что-нибудь доедет. Если пакет, то, ну, естественно, с пакетом хожу. Но тоже хочу эко, чтобы сумочка всегда была. Ну, а потом, когда сумку шопер достаешь, под любую одежду он подходит. То есть и умещается много всего, и ручки не рвутся, и руки не страдают, да, ладошки. Вот. Ну, в общем, вот такая вот милота ко мне приехала с обнимашками от Марины. Спасибо, моя хорошая. На самом деле очень приятные. Даже девочки, кто не успел или не смог мне послать, огромное вам спасибо, большое человеческое спасибо за то, что вы хотели порадовать. Не обижайтесь, дорогие. Ну и еще один подарок был от Мариночки. Я получила, Марине говорю, ой, кажется, такая красота. Я там смотрю, она говорит, так а что не открыла? Надо было посмотреть, целое ли пришло, я даже не догадалась. Ну, дома открыла уже, да, уже тут все открыто. И приехала вот такая вот нежность. Это действительно нежность. Бабочки, цветочки и кулончик вот такой. Украшение на шею, это самое лето. А у нас сейчас такая жара, и я думаю, сейчас я быстренько покажу вам. И сегодня как раз под синее платье я надену это украшение. Ну, правда, очень красивое. Нежное, девчачье. Самое то на лето. Вот. Так что вот эта киска приехала. Давайте я вот так сделаю. Опа. Ну-ка, ты же девочка, ты же у нас Люся. Вот, вот, Люся с кулончиком получается. Это уберем. Марина, спасибо. Огромное спасибо. На самом деле до слез приятно. Вот каждое внимание, вот маленькое оно, большое оно, лавина буквально подарков. Или это вот что-то такое прямо нежное и от всего сердца. Это вот до слез приятно, потому что порой в жизни даже не встретишь столько щедрых людей, сколько я встретила вот на просторах интернета. По факту люди, с которыми ты никогда в жизни бы не пересекся. Между мной и Мариной, вы знаете, сколько тысяч, ну, не сильно много, но пара-тройка тысяч километров лежит, потому что у нас часовая разница, по-моему, в 3 часа. И вот, Марина, обнимаю тебя. Всем сердцем обнимаю. Огромное тебе спасибо и за щедрость, и за доброту. У Марины, кстати, есть канал. Я много раз оставляла ссылки. Поэтому оставлю еще раз ссылку. Ну, вдруг есть те, кто еще не посмотрел. Ну, а мы с вами встретимся в следующем кусочке. Так что далеко не разбегаемся. Смотрим ролик до конца. Наступил новый день, и я снова с подарками. Подарки пришли от Оли через Валберис. Спасибо, Оля, огромное. Настолько приятно. Девочки меня всю избаловали. Остановить я это, как я уже ранее сказала, не знаю как. Но в любом случае, каждый подарок – это знак внимания, это частичка человеческой щедрости и любви. Это очень приятно. Я вам сейчас покажу, что мне подарила Оля. Это третья посылка, третья уже от Оли за последний, мне кажется, месяц. И перед этим одну позицию я получила, заказывала сама. И давайте я начну как бы издалека, что взяла я. А взяла я для нашей колонки новых бабочек. У нас раньше висели бабочки на магните. Но они со временем, колонка нагревается, они сами пластиковые, они со временем стали хрупкими, ну где-то крылышко сломалось, где-то еще что-то отвалилось. И штука из 10 осталось 2. Решила взять в одном тоне желтенькие. Наши были маленькие, ну примерно такие. А приехали, когда я это... Думаю, ничего себе. Ну, в общем, здесь рассчитанная на от большой до маленькой. Вот. Набор выглядит вот так, и эти бабочки можно, сейчас я вам покажу, они оказались, вот видите, с крылышками двойными, вот, и так они прямо
круто смотрятся. Мне очень понравились. Тут я несколько уже их собрала. Решила в желтом цвете, в рыже-желтом, в солнечном таком. И чтобы в одном тоне, не пестрые, разноцветные они были. Вот, смотрите, какая красавица. И выглядят, ну, прямо достаточно натурально, правда? Вот. И я думаю, так все остальные. Сильно большие я не хочу вешать. Ну, вот такой вот средненький размерчик еще можно. Хотелось, конечно, побольше маленьких. Сильно большие я не очень. Ну, ничего. Вот, смотрите, как натурально смотрится. Да, вот прямо бабочка как будто летает. Вот, вот такая вот красота. А нет, вот вижу еще одну маленькую. Сейчас я ее тоже достану. Вот. Вот так. Прямо летящие. И еще здесь в наборе идет, по-моему, это двухсторонний скотч. Если надо к стене прикрепить, то как раз не нужен магнит, есть двухсторонний скотч. Это очень удобно, потому что можно часть бабочек как будто бы залетела на колонку, да, на металлическую поверхность, а часть повесить, в общем, украсив, ну, вот, да, если, например, вот так. Это будет очень даже симпатично. Вполне возможно, я вот тут тоже как-нибудь оформлю. Может быть, время от времени. Ну, в общем, не знаю. Пока мне нравится все. Вот, по бабочкам все. Ну и давайте я вам буду показывать, что мне подарила Оля. Отодвигаемся. Ароматный презент оказался очень ароматный. И первый аромат, который ко мне приехал, 35 миллилитров. Я бренды не знаю. Оля мне в личку написала, что она себе приобретала, и ей так понравилось, что она решила поделиться, и как бы, чтобы я тоже познакомилась. Так, что же у нас тут? Вот именно этот аромат я уже наносила на себя, потому что мне прямо захотелось хотя бы один. Так, это у нас... Я не знаю, есть что-то по информации. Ну да, вот тут ингредиенты даже есть. Так, ну что ж, давайте смотреть. Выглядит он вот так, флакончик. 35 миллилитров. Приятный. На самом деле, уже холостые были. Я его вчера носила. Очень приятный. Он мне, знаете, что напоминает? Что-то... по типу Пани Валевска, по типу Playboy, их эти вот туалетные водички. Вот недавно тоже Оленька присылала аромат Мур-Мяу, Мур-Амур, вот, с кошечкой черной. Вот по этому типу. И мне это очень нравится, потому что, я уже говорила, эти ароматы уносят в 90-е, в прошлое. Это ароматы юности, вот... Они по-особому приятны. Интересный, интересный аромат. Спасибо, Оленька. Прямо наслаждаюсь. А вот следующий я еще даже не раскрывала. Второй аромат 55, вижу, миллилитров. Даже не знаю, как выглядит. Решила, что вместе с вами будем смотреть вместе. Вот. И какой там флакончик. И что это такое? Чтобы была интрига какая-то. Я чуть-чуть полушепотом, потому что на самом деле раннее-раннее утро. И я на кухне сижу. Кофе выпила. Ой, какая красота! Мамочки, да вы посмотрите, тут сама крышка уже является шедевром. Я не так давно... Мне кажется, Катюшка мне присылала ссылку вот на подобный аромат. Я поохала, поахала. Смотрите, вот прямо бабочка просится, да? На эту цветочную красоту. Какой он классный! И у меня он в корзине лежал. Три разных цвета. Видите, этот в беж,
желтенький уходит в розовый и как кристаллик прозрачный. Ну что ж, вторая рука. Ой, какая прелесть. А вкусный-то какой. Ягодки точно в нем ощущаются, и цветы. Очень приятный. Ой, а красивый какой. Ну вы посмотрите. Просто шикарно. Оля, спасибо. Какая красота. Я прямо в восторге. От флакончика и аромат очень-очень приятный. Прямо девчачий такой и сладенький. Его дома хорошо носить. И на выход. Следующий аромат честно раскручивала, но не тестировала. Очень интересно оформлено. Так прямо эко-приятно. Ага, здесь есть вот информацию, я не смотрела. Вот так. По информации. И что же там внутри? Там внутри. Ой, вы знаете, там еще что-то. Смотрите. Love is. Даже жвачку в подарок положили. Так, тут по поводу отзывов. Благодарим за выбор. Так, это ладно, сюда. И что же мы тут размотаем сейчас? Разматываем вот такой интересный флакончик. А цвет какой красивый. Прямо сирень. Так это классненько, да, смотрится сейчас я. А здесь есть что-то свежее. Свежее и цветочное. Тоже очень интересный. Ну, прямо настолько приятно. Но это еще не все. Оля, спасибо. Такие три красивых флакончика. Давайте вот я уберу все там внутри. Да, внутри все. И что же было еще? А еще были кремы для рук. И не простые кремы для рук. А вот посмотрите, какие они интересные. То есть кремы парфюмированные. И я думаю, что они будут... Вкусно, вкусно, ароматно, приароматно пахнуть. Вообще красота такая. Такое я еще не видела. То есть вот такие наборы у меня не один раз были с разными кремами, но обычно это лютики, цветочки, но что-то такое вот молочное, цветочное, ароматное. А тут прям конкретно ароматное. Видите, тут мисс Диор. Прям не знаю, открывать, не открывать, открывать, не открывать. Может, полежат немножко. Ну, давайте полежат. В любом случае, прям видно, что ароматы там разные-приразные. Прямо супер. Я зависла. Настолько это интересно. Прям подзависла. Вот такой вот шикарный презент оказался от Оли. Спасибо, моя хорошая. На самом деле, девочки, огромное вам спасибо. Марина, Оля, здорово, очень приятно. Такие сюрпризы неожиданные. И если даже что-то огорчает в жизни, то вот такие знаки внимания, они вот полностью тебя перезагружают и дают такой заряд позитива и радости. И ну, супер, супер. Прям как солнышко в ненастье неожиданно так раз на небе появилось. То есть гроза, да, там бури, а над тобой солнышко светит. Спасибо, огромное спасибо. Надеюсь, вы разделили со мной мою радость. Прям такой получился. Я думала, будет влог, а оказалось покупки и много-много подарков. Много-много любви и внимания. Особенно вот Love Is, это как раз то, почему приезжают такие подарки. Спасибо, девочки, спасибо всем, кто смотрит. Оленька, Марина, огромное вам спасибо, человеческое большое.
Всем прекрасного настроения. Берегите себя, берегите своих близких. Последние денечки лета, скоро осень. Она, надеюсь, будет золотая, солнечная, яркая, позитивная, вот как эти бабочки. Пусть у вас всегда на сердце будет вот море позитива, и бабочки всегда порхают в животиках. Всем прекрасного настроения и всем пока!